bedathome.com. Господа, хочу поговорить с вами для начала о финале Кубка Испании. Понимаю, что он уже сегодня, в день выхода нашей рубрики. Но я за это сделаю дополнительным бонусом еще один матч, чтобы не было их меньше от того. Вот. И в Кубке Испании сегодня, где встречаюсь, напомню, Барселона, Атлетик Бильбао, мне представляется, что играть все же надо на тотал больше 2,5. Почему? Ну, потому что стиль команд предполагает атаку. Потому что для обеих это последняя возможность выиграть трофей в этом сезоне. Потому что Гвардиола уходит из Барселоны в его последний матч. Но самое главное, потому что у них было большое количество времени, чтобы подготовиться к этой встрече. Они свежи. На завтра они разъедутся, чтобы встретиться в сборной Испании. Слиться в таком вот красно-желтом экстазе. И поэтому мне кажется, что в этой встрече никто не выберет закрытый вариант. Кроме того, есть опыт встречи этих команд в испанском чемпионате. В общем, Атлетик Барселона не боится. Атлетик последние годы уверенно дает ей бой с разными тренерами в разных составах. В основном, конечно, не каждый раз. А потому, я думаю, открытая игра и тотал больше 2,5. Поговорим о чемпионате Бразилии. Команда Флуминенсе играет с Фигейренсе в ближайшем туре. Только не перепутайте Флуминенсе и Фигейренсе. Я буду говорить о Флуминенсе сейчас. И больше о Фигейренсе не скажу ни слова, потому что, чтобы вы не путали. Так вот, нужно ставить чистую победу Флуминенсе. Сильная команда, хороший тренер Абель Брага. Здорово играли в Кубке Либертадорес, вылетели довольно обидным образом и от Бока Хуниорс, что, в общем, тоже, как вы понимаете, может случиться с каждым. Сейчас она играет дома, играет с соперником, который, в общем, ей вполне по силам, так почему бы им и не выиграть? Тем более, что, в общем, чемпионат Бразилии только начинается, а с Кубка Либертадорес уже вылетели. Я бы даже сказал, что, наверное, за счет участия в Кубке Либертадорес Флуминенсе еще и просто реально в хорошей физической форме сейчас находится. Не испытывает проблемы из-за старта сезона. Чистая победа Флуминенсе за 1,65, мне кажется, очень хорошие деньги. Немного ностальгии. В завершившемся чемпионате Бразилии очень интересно должен сыграть, наверное, Коринтианс. Там, напомню, играет Алекс, которого многие помнят по игре за Спартак. Вообще футболист, который с ним сказал всеобщее уважение. Сейчас просто в великолепной форме. Коринтианс играет на выезде, играет с командой Атлетико Минейро. Атлетико Минейро чуть не вылетел. Коринтианс, напомню, чемпион. И, кроме того, вообще сейчас очень хорошо вошел в сезон. Удачно сыграл в Лиге Паулиста, продолжает играть в Либертадорес. Думаю, что в хорошей форме. Я бы выбирал между ставкой больше 2,5, честно говоря, и победой Коринтианс. Но все-таки выбираю победу Коринтианс, потому что просто хочется поболеть за Алекса. А вы решайте сами. Ну и последнее на сегодня, уж коль скоро мы вошли в бразильский, так сказать, сезон с ностальгией, давайте на сегодня и закруглимся с ним тоже ностальгической ноткой. Есть же еще одна команда, где играет наш недавний кумир. Это Фламенго. Я имею в виду Вагнер Лаву, ну а вы, если хотите, Роналдиньо можете иметь в виду. В общем, тоже катит, но я, конечно, имел в виду человека, который у нас столько лет отыграл весьма успешно. Так вот, Фламенго играет на своем поле с Интернационалом. И нужно понимать, что это две вполне безбашенные команды. В особенности, конечно, это касается Фламенго. С тренером Жоэлем Сантаной, с уже заложенными традициями. Ну и, конечно, с тем, что там есть Вагнер Лав и Роналдиньо. В этом матче тупо сыграть вверх. От 2,5 сыграть тотал больше. И получить удовольствие, наверное, от того, что потом посмотреть эти голы. Например, в Ютьюбе. Вот так. Все, счастливо. До встречи. bedathome.com